Друзья, от имени этой малышки, от имени тех, кого мы уже спасли и еще спасем, я обращаюсь к вам. Пожалуйста, помогите нам. Нас почти 400. Очень много тяжелых. Друзья, никто из нас не обеднеет, отдав на приют бездомных животных 100 рублей. А добрые дела нам зачтутся. Если вы хоть немного верите в Бога и верите, что жизнь не кончается, спешите копить добрые дела. Ведь, уходя туда за черту, мы ничего с собой не возьмем, кроме нашего добра, кроме нашего милосердия, кроме нашего сострадания. Может быть, эта малышка и будет той каплей, что перевесит все ваши проблемы и откроет путь к добру. Я прошу вас, ребята. Ребенок страдает. За что? Мы не знаем. Я просто хочу попросить вас. Пожалуйста, помогите нам. Помогите, я вас очень прошу. И от всей души желаю вам никогда не болеть. Ни вам, ни вашим близким и родным, ни вашим ушастым детям. С Богом. Пусть Он вас хранит. Всего вам доброго.